Вы утверждаете, что Третья мировая война уже началась. Значит, то, что Третья мировая война идет, это, мне кажется, очевидно. Это война между тиранией и демократией. Война между тоталитарным режимом и свободным миром. Когда я даю интервью украинскому телевидению, вот украинцам, я чувствую, стыд. Вот, мне страшно, потому что это все равно Россия, которая сеет смерть и разрушение. To jeden z największych szachowych arcymistrzów w historii. Od lat znany jako krytyk Władimira Putina. Próbował nawet kandydować na prezydenta Rosji. Ostatecznie ze względu na obawę o własne życie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Garry Kasparow w wydanej 7 lat temu książce Nadchodzi zima ostrzegał przed planami Władimira Putina. U mnie jest taki вопрос. Разве могучие этого мира не прочитали эту книгу достаточно внимательно? Или они не поверили вам, что Путин террорист? Как вы говорите сегодня. Вопрос не в том, верили они или нет. Гораздо трагичнее то, что они не хотели верить Путину самому. Потому что мы можем обвинять Путина и справедливо во всех смертных грехах и преступлениях против человечности, и war crimes. Но нельзя сказать, что он делал это втайне все. На самом деле Путин был достаточно откровенен в своих планах. Много раз повторял о том, что коллапс Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. То есть все это указывало на то, что у него были довольно ясные представления, как обустраивать мир, если такая возможность у него представится. Вы говорите, что он открыто об этом говорит. Значит, он способен играть в шахи? Нет, на самом деле, мне кажется, что если мы посмотрим на историю, многие диктаторы, при том, что они, конечно, постоянно лгали о методах достижения цели, они были довольно откровенны в своих геополитических планах. Это такое подсознание, мне кажется. Ведь когда Гитлер написал «Майн кампф» в 1925 году, тоже никто не верил, что это когда-нибудь случится. Вы когда-то сказали, что партии разные, а интервью всегда одинаковые. Попробую поменять состав вопросов, которые вам задавали за последний месяц. Вы могли бы нам рассказать кое-что про то, как вы чувствуете себя теперь как отец? Дети гинут в Мариуполе, во всей Украине. Что вы чувствуете, когда смотрите на свою дочь? И видите, что могло бы с ней случиться, когда вы были бы там? Моей дочке 15 лет, сыну 6 лет, еще есть старшие дети у меня. Но это даже не вопрос того, что мы говорим в семье. Это для нас большая трагедия, то, что происходит. Моя дочка родилась в Америке, но она была в России. Она свободно говорит по-русски. Она пишет статьи в свою газету в школе. Значит, как раз сейчас написала статью про то, как Путин... Как мы упустили Путина, то есть она пытается объяснять всем, что происходит там. Почему это трагедия? Потому что мы все-таки граждане России. А как объяснить этому самому маленькому, последнему вашему сыну, что происходит теперь в Украине? Я не думаю, что с ним будут проблемы. Вот. Потому что мы довольно четко понимаем, как говорится, как разделять добро и зло. Для меня каждая бомба, которая сброшена на украинский дом в Мариуполе, в Харькове, это, я повторяю, это трагедия. Вы сказали про старшего сына. Мне очень трудно об этом говорить, потому что только что сегодня Путин подписал декрет о мобилизации. 135 тысяч человек, молодых мужчин, они должны готовиться, чтобы их просто взяли на войну. Ну, понятно, да. Что с вашим сыном? Ровно поэтому он сейчас не в России. Он сейчас не в России. Естественно. У вас с вашей мамой была очень сильная связь. Вы всегда были вместе. Она вас воспитывала одинокой, да. Когда после смерти вашего папы. Скажите, пожалуйста, она жила до конца в Москве. Что она говорила о Путине? Что она сказала про сегодняшнюю ситуацию? Не знаю, может быть, и хорошо, что она этого не видит. Потому что это, конечно, трагедия, которая для меня это, мне 58 лет, это трагедия. А для людей более старших эта трагедия была бы еще более страшной. Для нас это было очень тяжело, потому что мы вынуждены были жить порознь. То есть, мы виделись очень редко. Вы никогда не боялись за ней? Знаете, люди в таком возрасте, они тяжелы на подъем, Мы все-таки надеялись, что... Знаете, одно дело человек говорит, что другое дело, на что он надеется, Все-таки до последнего времени, вопросы, прямых угрозы семьям не возникало, до последнего времени. Опять я повторяю, сейчас была бы другая ситуация, но
Но как бы в Москве прямых родственников близких у меня не осталось. Когда все это закончится, допустим, Путин уйдет, и вы готовы снова баллотироваться на выборах? Значит, давайте так. Во-первых, слово «уйдет» неправильное, потому что диктаторы никуда не уходят. Их уходят. Значит, его уйдут. Причем, скорее всего, это будет недобровольный уход. На мой взгляд, после краха путинского режима, который может наступить в ближайшей перспективе в случае победы Украины в войне. После краха, если он наступит в этой обозримой перспективе, на мой взгляд, надо забыть про вообще слово «выборы» как минимум года на два. Какие выборы в стране, которая сегодня просто парализована, разрушена? Кто будет против выборов? Но придет такое время? Наступит? Нет, такое время придет. Я могу сразу сказать, что у меня никакого интереса баллотироваться, участвовать в выборах. И то, что я делал в 2007 году, это было не участие в выборах. Выборов не было. Я пытался продемонстрировать, что даже человек с моим именем, репутацией, ресурсами не может зарегистрироваться. Я не смог зарегистрироваться. Для Путина это демонстрация превосходства тоталитарной модели. Поэтому его там, герои прошлого – это Сталин и Иван Грозный. Но мой родной язык был русский. Я вырос в русской среде. По-русски я говорю, я думаю, лучше, чем нынешний правитель России. И прочитал гораздо больше книг, и написал больше книг на своем языке. Когда я говорю «моя страна», то я, в общем, я вижу другую страну. Это не путинская Россия. Вот это белый, голубой, белый. Сказали про флаг за моей спиной. Это не только флаг новой России, с которой стерли красную полосу. Такие, как я, верим, что на флаге новой России не может быть кровавого цвета крови. Но это еще цвета Новгородской республики. В России были, очень давно были традиции европейские, демократические, связанные с Киевской Русью, с Новгородом, Псковом. И сегодня я полагаю, что вот там вот решается судьба того, получится ли у России все-таки вернуться в Европу.